Сегодня у нас 12 сентября 2020 год, утро, завтрак у нас. Вот решили показать, что мы сегодня завтракаем. Сегодня у нас суббота, не постный день, так что можно и молочное, и мясное, что угодно. Это у нас помидоры, салат из помидор. Суп рыбный, на карасях сваренный. Еще со сливками. С картошкой, с макаронами. Да, картошка, макароны. То есть все в простоте. Всяких добавок. Вот караси у нас лежат. Хорошие такие. Пузырчатые. Толстенькие. Вот. Тут у нас вот морковка, огурцы, зелень. Вот какое дело. Сейчас, подожди, я проглочу. Я ем траву, как угол, на выходу носор. Когда-то мне делали очень тяжелую операцию. Самую тяжелую, тяжелее, чем на позвоночнике. Это связано с кишечником. И на днях я почувствовал, не надо. Можно было без операции, но советую, так и так сделал, пожалел. И что делать? Сразу же узнали, лично рассказал, советы. И вот уже я третий день ем зелень. То, что летом ели, а тут арбузы пошли, огурцы, яблоки, малина, тут все такое, и отменили. А тут очень ценное. Я утром иду и рву сразу двудомная крапива, лопух, одуванчик, щавель, свекла. И немножко там отрываю этого укропа, чеснок. Ну и что-то еще тут такое есть у меня. Дома там ревень был. Режу. И вот это вот, видимо, сильно помогло. Три дня прошло, все признаки недомогания исчезли. Не болезнь, это повреждение физическое. Вот это сейчас начал тереть, это вот морковка свежая, твердая, не дряблая. Ну, начал только, вот сколько, вот, чтобы видно было, рукой показываю. Сравни, какая глубина. Ну, морковки 4 истерли. И дальше огурец. Огурец помогает очистить тёрку. И вот это свежесть такая, я больше всех в интернете. Я так поем, боюсь, чтобы не укорили. Они говорят, да что ты, дабочка. Ешь сколько надо. Ну ладно, сегодня. И мне помогает сейчас еще что дают. Вот эта чашка. Бачка тебе. Дополнительное растительное масло. Я столько никогда не лил. Доброе. Да. И дальше. Вам уже сливки туда положили. Да, и сливки туда положил. Но мне это масло как лекарство. И вот целая кружка. Володя, я каждый раз тебе говорю, похоже, ты всю сметану мне снимаешь. Нет, не всю. Еще, просто кваша. Еще остается. Петрова, там трамвай, по-моему, десятка туда идет, если не ошибаюсь. И мне сразу привези какой-то хлеб, откуда-то такой твердый нужен. Вот. Вот это. И рыба. Не могу понять, чтобы это без головы карась. Вот посмотри на ладонь. Какой он. Это местный у нас. Да. Я сейчас говорю, кто? Ну, другая маленько поменьше рыба. Да, это на меня. Малахова. Вот что значит быть среди друзей? Автобус десятка. Ну, сейчас снова сажусь за стол. Надо уже садимся. Выйти и сюда тащить. Зелень. Володя, и масло. Я говорю, как по дешаху какому. Засмеялись и все. Почему? Да я сам это могу делать. Ну вот. Еще вода, это компот. До перекрестка Малахова, Антона Петрова. А от Малахова вот, там одна остановка пройти до Александра Невского. И при том это у нас каждый день. Ты сказал, какой у нас состав здесь? Да. Ну, лук. Мелко нарезанные помидоры. Срезать нужно. Соль и растительное масло. Или 60. Вот такая, вот этот суп, видишь, какой. Что здесь? Макароны. Картошка. Макароны, картошка. Картошка, все. Давай. И сметана брошена. В деревне, говоришь, в деревне надо ехать. Все здесь абсолютно есть. Так, я снова принимаюсь за свое. Спаси Христос. Каждый день просят, покажите, покажите. Вот люди приедут, тогда покажем. Слава Христу. Вот еще арбузик лежит тут у нас. Ждет своего часа. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аллилуйя.